Добрый день, меня зовут Лопина Елена. Сегодня мы присутствовали на курсе от Ерофеевой Елены Георгиевны, ассистент врача-стоматолога с нуля. Мне очень понравился курс. Мой стаж составляет примерно чуть больше полутора лет. Пока маленький стаж, но я вывела для себя очень много интересных нюансов, которые пригодятся мне в дальнейшем в работе. Поэтому я думаю, что этот курс не прошел зря, это определенно. Поэтому большое спасибо и огромная благодарность руководству за то, что направили нас на такой прекрасный курс. Здравствуйте, меня зовут Аэлита. Я работаю в Оренбурге, клиника Альфа-Дент. По поводу сегодняшнего курса хотелось бы сказать огромное спасибо нашему руководству. И спасибо огромное вам, Мегастом, за то, что вы есть, за то, что у вас такие интересные, обогащенные курсы знаний. Очень много чего узнали, очень много чего получили. Будем все это применять в практике нашей. Мой стаж примерно составляет около 6 месяцев. Маленький совсем, но это как бы можно все исправить. Спасибо огромное. Очень-очень рада, что знаем вас. И, конечно же, приедем еще за новыми знаниями. Да, было много практических моментов, то есть не только теория, но и практика. А когда смотришь глазами на то, что делает ассистент, врач, как это все было показано, становится намного более понятно и запоминается быстрее. Да, и самое главное, что это было очень, знаете, так, в доступной форме все объяснили, то есть доктор... Был пример того, что доктор-ассистент, и была такая беседа, был диалог, что все это понятно, доступно. Это самое главное, конечно же. Да, все участники остались довольны. Прекрасный курс. Обязательно посещайте его. До свидания. Спасибо.